Всем здорова, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймица. Вот моя кнопка, которая пришла с Ютуба, и в честь этой кнопки я решил отметить. Короче, мы решили с Эдвином, так сказать, накрыть стол, сделать магарыч, потому что кнопку Ютуба получают не каждый день, к этому мы стремились очень долгое время. И тут мы с Эдвином сели заказать суши, пригласили в гости бабушку, мою сестренку. Короче, родных. Родных, да. И, в общем, не сдержались. Как вы видите, мы еще с Эдвином решили сделать большой, огромный тест, так сказать, суши компании нашего города. Как вы видите, сперва мы начали с «Радуги вкусов». Нам эта компания очень нравится. Начали там заказывать, но многие нам пишут, что как вы вообще определяете, что какая-то компания делает доставку хорошо, где-то суши вкусные или нет. В общем, вопросами нас завалили, и мы решили заказать сразу много. Плюс еще есть ради чего, да, Эдвин? Да, есть ради чего. И там у нас за дверью бабуля приехала. Да. Сейчас они зайдут, Эдвин будет показывать вот эту кнопочку. И потом мы будем тестировать все это дело. Здесь есть 6 разных доставок суши. Но напомню, первые приехали, сразу сходу скажу, здесь вот в порядке доставки. Мы заказали все на 9 часов. Самые первые приехали «Радуга вкусов», и потом сейчас мы перечислим. Потом все остальные. Ну что, Эдвин, давай? Я, наверное, позову. Ты сюда встань, бабушка, чтобы это... удивилась. Вот стой здесь, закрывай вот эти суши. Сейчас я бабушку позову, а ты похвалишься своей кнопочкой. Бабушка! Оль, идемте. Эдвин готов, короче, хвалиться. Здрасте. Вот моя кнопка. Привет. Поздравляю. Красота. Ой, красота, можете... Ну что, ой, поздравляю. Ой, красотища-то какая. И что, прямо сейчас нужно ее нажать? Зазвенит или что она будет делать? Эдвин, Миланочка тебя поздравить хочет. Это мне помогает. Я не могу, я тебе еще раз тоже поздравлю. А кто это отправил? Это из Америки отправили. И папу тоже молодец. Надо же, надо звонить. Ну тут все молодцы, участвовали все. Так, кнопка, а это у нас что такое? Ну это естественно хотела... Это тоже из Америки. Это тоже из Америки, что ли, еще? Я просто хотела вас угостить в честь кнопки. Ёлки-палки, вот это да? Стол, да, накрыли. Эдвин, короче, разошелся тут чуть-чуть с папой, да, Эдвин? Так, и что у нас тут это оказывается? Да тут что только нету. Суши-пиццы. Ой, боже мой. Давайте, короче, это... Красота. Рассаживайтесь. Рассаживаемся. Я, конечно, на главное... Тут в итоге получается на каждого человека по одной фирме выходит. Сейчас будем делать большой тест-драйв. В честь этой кнопочки, да? Поставим эту кнопку вот такое вот местечко, можете посмотреть. И это каждая упаковочка от разной фирмы, да? Да. Да. Очень тут 6, получается, фирм идет. Здесь самая первая фирма, я вам могу сказать. Сейчас мы с Эдвином это уже проговаривали. Еще раз скажу, заказывали на 9 часов. И самая первая приехала фирма у нас, давай покажу. Приехала «Радуга вкуса». Так. Служба доставки. И мы знаете, как еще сделали? Вот зрители, кто смотрит, чтобы сделать сравнение всех этих фирм, мы заказали примерно одно и то же в каждой компании. Примерно. Ну, идентично, конечно, не получается, но хотя бы что-то похожее. Вот, допустим, начнем с первой. «Радуга вкуса». Ролл «Филадельфия». Одна штучка 199 рублей. Потом одна идет... штучка? Кто скушает? Одна штучка. Но имеется в виду одна эта. Порция. В «Радуге» мы одну штучку всего заказали. Ну, имеется в виду эта порция. Так, дракон. Дракона мы еще тут заказали. Будем кушать драконов. Запеченный ролл «Бристоль». Жареный ролл «Япошка» с курицей. Япошка. Пицца на пышном тесте пепперони. На пышном тесте. И тут они еще, кстати, прислали... Так, что это такое? Скидка на следующий заказ 50 рублей. Или одно бесплатное блюдо на выбор на обратной стороне. Так, ну-ка, что это такое? Приятно, приятно. Да. Очень.
скидки. Это скидка на это каждую вот штучку. Из этого мы сможем выбрать что-то. Угу. Так, дальше. В порядке очереди буду говорить. Следующее нам приехало. Кстати, вот смотрите примерно, как это все дело выглядит. Пицца вот в такой вот упаковке. Вот давайте между делом будем сравнивать упаковку. Угу. Пакет. На пакете был адрес и вот такой вот чек. В принципе, все люди, которые приезжали, все, кто делали доставку, все приветливые. Я думаю, что это уже нормальное явление. Так что говорить, что где-то там неприветливый доставщик, да, уже не будем. Так, дальше идет второй пакет. Тут надо показать снизу. Так, ну так вот получилось. Немножко неудобно получилось. Суши-шоп. Вот это идет суши-шоп. Так. Шоп. Так, здесь был чек. Где он? Вот там, да. Так, здесь был чек. Давайте посмотрим. Филадельфия 199. Так, с угрём 329, запечённый с курицей, креветка в темпуре. Итого у нас здесь получилось 937 рублей. Так, там у нас 851, здесь 937. Дальше, так, Лен, что там у нас, какая компания? Сейчас. Дальше у нас идёт... Этот, фарфор. Фарфор, всё для клиента. Так. Здесь идет у нас такая вот доставочка, вышла на 1000 рублей, Филадельфия с угрём, потом Филадельфия One, соус терияки, соус васаби, имбирь, фирменный томатный соус. В общем, все здесь, тут больше никаких дополнительных подарочков или чего-то. Пицца. Тут нету, так, пицца, 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 где она тут? А, пепперони, вот. Тут это вот, ну зелененьким я пропустил, почти, 30 да? сантиметров пепперони. Две пиццы одинаковые, посмотрим, сравним потом. Так, ну по упаковке, кстати, смотрите, вот эта фирма, просто пакет, здесь какой-то фирменности нету, да? Да. Здесь коробочка фирменная идет. Ну, да, тут у пакета тоже фирменности нету, у радуги. Есть прописано своя на коробке, да. Да. Угу. Вот фарфор идет, пакет фирма и эта фирма. Так, дальше. Так, вот у нас... Четвертое у нас. Что это, мам? Так, сейчас. А, суши опт. Суши опт. Здесь идет просто белый пакет. Угадай что. Вообще непонятно что. Так, суши опт. Это у нас идет. Что тут? Так, упаковка Nike Филадельфия. В итоге у нас 550 рублей. Так, ну тут я не знаю даже, что сказать. Даже вкладышей нет никакого. Никаких бумажек, может, внутри будет. Ладно, пропустим это дело. Дальше у нас идет Фудзияма. Пакет идет фирменный. Сразу видно. Даже на пакетике есть он все эти печати. Тут итого у нас получается 645 рублей. Входит сюда Гермес ролл, Ред ролл, Филадельфия, порционная васаби, так, соус, палочки, так, дальше что у нас тут еще идет, так, так, так. В общем, сейчас откроем да посмотрим. 645 рублей. И последнее у нас приехало. Вот такая вот упаковочка, кстати, вот мне очень понравилось. Симпатичный такой. Тут идет, смотрите, что мне прикольнуло. Это ешь, пей, жуй, орбит. Прикольно, да, замутили? Ешь, пей, жуй, орбит. Тут, смотрите, идет вот такая вот упаковка. И здесь у нас пицца пепперони, изуми, филадельфия, васаби, имбирь. Итого получается 907 рублей. Также здесь сразу салфеточка такая яркая. Что у них тут еще есть? Пакет такой необычный, смотрите. Да, ролл с пицца. Тут наклейка, скрепка. В общем, аккуратно. Да, аккуратненько все сделали. И вот такая вот коробочка. На коробке идет наклейка. Так, ну что мы сейчас будем делать? Надо как-то придумать, как это тестировать, да?
Налетай! Без всяких тестов. Руби, народ, все. Ради кнопки, вместе с кнопкой. Ну, сейчас что будем делать? Я думаю, нужно будет грамотно сейчас как-то распаковать. Открыть и посмотреть, какой вид там внутри. Да, как они все разложили, да, это дело. Так что смотрите дальше, мы пока все разложим.